Дни открытых дверей вновь пройдут во всех налоговых инспекциях республики. В пятницу и субботу, 15 и 16 марта, сотрудники налоговой службы готовы ответить на все вопросы посетителей, связанные с продолжающейся декларационной кампанией. По уже установившейся традиции, с началом нового года стартует ежегодная декларационная кампания. Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо в этом году до 30 апреля. Если говорить о профессиональных группах, обязанных предоставлять налоговую декларацию, то это прежде всего индивидуальные предприниматели, не перешедшие на специальный налоговый режим, а также частно практикующие специалисты. В случае, если декларация не предоставлена в положенный срок, будет наложен штраф. Даже если сумма минимальная и вы нарушили хотя бы на один день, то в этом случае придется заплатить минимальный штраф, а он составляет 1000 рублей. В прошлом году в сферу декларирования доходов попала достаточно значительная группа жителей республики, отсудивших право на возврат банковских комиссий. Как правило, с них требовалось уплатить небольшие суммы налогов, однако сделали это немногие. В самом деле были случаи, когда налог составлял 10-15 рублей, а сумма штрафа к уплате 1000 рублей, то есть сумма несоизмерима. Но закон суров, но это закон. И в данном случае специалисты налоговой службы руководствуются не своими желаниями, а вот только законом. Избежать недоразумений пока еще это не поздно. Эту задачу пытаются решить во время так называемых дней открытых дверей. Прошлогодний опыт изучается и анализируется, и все больше утверждается главное достоинство подобных дней в налоговых инспекциях на территории МРЛ. Это дни, когда специалисты налоговой службы помогут вам заполнить и сдать декларацию. Главное, чтобы вы предоставили все документы. Наши специалисты проведут лекции, семинары с нашими посетителями, расскажут, кому и когда надо сдавать налоговую декларацию, окажут практическую помощь. А если при вас будут документы и сведения, реально помогут вам заполнить налоговую декларацию и сдать ее.